раунде потом разгромила Падерборн 7-1. Ну и затем 2-0 обыграла Аугсбург. Так, а вот эта вот акция, честно говоря, я про нее ничего не знаю, но, согласитесь, тоже выглядит очень необычно. Теннисные мячики полетели на поле. Я пытаюсь выяснить, в чем тут дело. Разумеется, диктор говорит о том, что теннисные мячики – это не те самые мячи, которые нужны на футбольном поле, чтобы посторонние предметы бросать их не надо. Это делают дортмундские болельщики. Здесь находится сектор Баруси. Такая игра похожа в первом тайме на матч из какого-то странного сна.